Картинки Фиду были такие популярны, но и в архивах всячески. Да я видел некоторые картинки. Пожестче, да. Повеселее бывали картинки. Мне не надо, в смысле. Да, там такие разные. К папе еще вон, заходишь на стримы. Наслаждаешься. Папич гений, да. Да, тетя Люся. Папич гений. Ведьмак, это что такое? Что за набор символов? Не-не-не, давайте без этих. Мне этого не надо, это шахматный стрим. Народ, давайте не будем палить контору. Фейл? А, я понял. Ведьмак, ты хотел что-то зафигачить, но у тебя не получилось, да? Опа! На Angel Short. Тихо-тихо, на Angel, я пошел! На Angel Short это интересно, подождите, это контент. Правда, столько времени давать форы нельзя, конечно. Друзья, если источник РСБ-6, я не знаю такого хода. Так, и что тут надо делать? Да что ж, блин, почему он не сыграл так, как я хотел? Надо брать и Б3, что ли, ходить? Перед всем, как я вовремя подключился? Да мы уже заканчиваем. Видимо. В общем, если источники не обманывают, то это Nigel Short, и это контент. Человек играл с Каспаровым матч. За звание, пусть и неофициального, как мне кажется, но чемпиона мира. Так, можно забрать на c4, есть какие-то отскоки, и глаза разбегаются от возможностей. Попробуют так, и... Давайте конь a4, заберем ферзем. Если возьмет, а если не возьмет, то, в принципе, он не обязан. Так, ну по времени... А, нет, все равно минус двадцатка стоим. Только хотел сказать, что по времени все хорошо, но минус двадцаточку стоим. Как раз я в самом начале дал фору сопернику. Но я не хотел отменять, потому что если это реально он, вот, то кайф. По позиции все норм, но мне кажется, отличная позиция у белых должна быть. Так, увиду ферзя из-под рентгенов, из-под темпов. Так. Попробую ладью поставить на линию. Отведу слона. Так, тут как где-нибудь фигуру бы не зевнуть. В вариантах верну коня. Ну, в общем, пока не понимаю, что делать в этой позиции толком. Уже где-то угрожали взятие. То есть e4 надо ходить, наверное, e в один из моментов. Он нас встречает ходом e5. Так, ну что, d5, проходим мимо, защищенная проходная. Хотя, конечно, тут свои плюсы у его позиции. Так, что грозит конь? Конь b3 грозит, ага. Слон c2 рискованно, потому что конь провисает. Но надеюсь, что нормальный ход. Коня через d2. В район поля c4 можно отправить, кстати. Так, ну как коняшку запускаем. Пускаем коня работяги. d6. Конь готов ворваться на d5 при случае. Ну, не уверен, что хороший ход, но... По крайней мере...
По крайней мере, это может быть весело. Так, не уверен. Не уверен в ходе конь d5, но попробую. Очень сложная катка идет. Ну, странно, над чем он задумался. Бить-то обязан. Бить-то он обязан был. Пробую хряснуть пешку. Не уверен, потому что фигуры мои отступают. Так, конь висит. Запускаю коня на c6. 34 секунды, да. Как же жалко вот это время, которое я в начале партии. Но это только моя вина, я не сразу же заметил партию. Так. Возвращаю ферзя, 27 секунд, брать нельзя, шах съел. Минус ферзь. На коне f6. Пофиг что. Ёкарный бабай. Вперед. Ну, друзья, вы сами все видите. Бэнк-бэнк-бэнк. Батя в здании. Angel Short, да. Ну, это не стопроцентная информация. Говорят, вот этот ник, он связан. То есть, я не помню точной инфы. Ну что? Интересная партия, сложная, наверное. Где-то, может быть, проигрывал, где-то еще что-то. Но в борьбе удалось одолеть соперника. Какой-то момент было совсем это грустно, потому что не было времени совсем. Но где-то вот здесь я уже верил, что у меня шикарная позиция, активизировался. Да, и он провел неправильную комбинацию. Я здесь вот здесь d3 и побеждаю. Он этого хода не заметил. В стране с таким флангом, по крайней мере, не может быть шахматистов с таким рейтингом. Не брал на d1, а сразу же e2. Ну, слон бьет e2. Тоже выигрываю на так мат, потому что. А так. Тоже победа. Да, флаг можно сделать любой. Ну, еще раз говорю, там какая-то инфа была, что именно данный ник связан с ним. Так что, наверное, после D7 уже конец. Но вообще было, ну, как бы переиграл меня в какой-то момент. Вот где-то здесь. Мне казалось, вот когда я потерял нить игры, то есть я начал играть вот слона куда-то. Дал ему надвинуться. Вот, возможно, размен ферзей, возможно, ошибка. Ему, может быть, надо было играть на мат. Все-таки у него дикая инициатива. Он мог и f4 толкать. И потом f3. Вот просто ломать лицо.
Ходом F4. Перс ушел, F3, и все, и сдался. Собственно говоря, вряд ли с таким королем можно выжить тут со всех сторон. То есть, ну, это старость. Это старость. Я тоже в старости. Хочу ферзей менять постоянно. Даже после F4. Отдавать ферзя тоже не камильфо, а что? Ну, без ферзя там, ну, в чем кайф? Король бегает там. Так можно. Не, безнадежно. Короче, F4, по-моему, просто выигрываю. По крайней мере, ну, я не знаю, какой-нибудь бред, типа так. Так, так. Так и... На доске творится безумие. Типа так, может, еще не выигрывал. Ему лет 60, ну какая разница? Во-первых, думаю, что не 60. Загуглить можно. Но я бы как-то вот крутился бы, да, пытался бы что-то там делать. Возможно, он все это просто видел и решил не рисковать. Тут с компом особенно можно столько наанализировать. Почему так редко играют 3-0? Ну, рискованно раз, редко получается 2. Даже скорее наоборот. Редко люди и катают разносторонние. Вот. Потом, например, играя с более слабым соперником, мне вообще кажется, в длинную рокировку, в противоположную сторону рокировать рискованно, потому что мат может себе поставить любой нубас. Вот. А в обычной игре ты, как бы, ну, как правило, перекатаешь. Вот. Вариантов масса. Я уже в Дискорде приглашают в какие-то группы. Домик котика. Жестко. Так, ну ладно, на основном аккаунте, я думаю, наигрался сегодня, немножко плюсанул. 92, возвращаемся. Сан Саныч Биоми часто играл 3-0, но когда это было? В смысле, Алехин, что ли? Времена изменились. Чего?